А вот горожанам, которые получают различные социальные пособия, никуда обращаться не нужно. Меры соцподдержки продлеваются автоматически и не требуют документального подтверждения. Все обращения о получении справок и другой помощи ведомства также задействован почтовый ящик у входа в здание управления по улице Коминтерна, 41. К нам можно обращаться, мы повесили почтовый ящик, и туда можно приходить и скидывать свои заявления, которые мы обработаем. И все. Никаких проблем. Все отправим людям, соответственно, как обратились. Если кому-то справки нужны, по почте отправим эти справки. Управление наше работает. Мы работаем как социальная служба, но приема мы не будем вести до 13-го. Это пока, предположительно, но вполне возможно, что еще и продлят. Вопросы специалиста можно задать по телефонам, указанным на экранах.